Всем привет, ребята! Меня зовут Ольга, и вы на канале Гондик ТВ. Сегодня я хочу вам рассказать про две новые лимитки, которые в эту субботу, 22 июня, мы сможем получить в Роблоксе. В игре Rise a Rainbow Corn выйдет обновление. Выйдет оно 22 июня в 10 часов вечера по московскому времени. Именно в это время нам станут доступны две новые лимитки. Это вот такие классные коричневые волосы, тираж 2500 копий. И вот такой надувной круг, плавающий ленивец. Тираж этой лимитки 1000 копий. Получить мы их сможем в магазинчике, который находится вот здесь. После того, как выйдет обновление, здесь появятся лимитки и также появится задание для получения этих лимиток. Как мы видим, сейчас здесь доступен надувной круг в виде динозаврика. Чтобы его получить, вы должны прокачать 16 питомцев до определенного возраста. Как обычно, здесь бывают задания или купить определенное количество яиц, или прокачать своих питомцев. Но в любом случае, ребята, прямо сейчас вы можете заходить в игру и копить ягоды, чтобы потом вам было проще выполнять задания и получать эти лимитки. Ссылочки на игру и на все лимитки, которые будут доступны, я оставлю в описании под видео. Вы сможете следить за количеством оставшихся лимиток, ну а также померить, посмотреть, как они будут выглядеть на вашем аватаре. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем удачи, пока-пока!